Сезон цвітіння амброзії у розпалі, як жити людям, як готуватись до повсякденних своїх справ, запитаємо у лікарки, яка прийшла до нашої студії. Це Єсенія Тарасова, лікарка-алергогиня, і ми сьогодні зможемо дати рекомендації тим людям, які страждають від пилку цієї рослини, ну і, можливо, не тільки пилок амброзія, ще приєднуються декілька рослин, які цвітуть в цей час, так? Ну і взагалі, якщо у вас така ситуація, то що з цим робити, як боротись? Якщо вже це настало. Раді вас бачити. Добрий день. Вітаємо. Спасибо за приглашення. Отож, чи погоджуєтесь ви з тим, що зараз є така проблема і що багато людей таки звертаються з тяжкими наслідками до лікарень? Вы знаете, с каждым годом все чаще и чаще приходят пациенты. Пациентов становится больше и больше ежегодно. И ежегодно и по статистике, и по тем клиническим симптомам, когда пациенты приходят, мы наблюдаем, врачи-аллергологи, то, что пациенты приходят уже с тяжелыми симптомами. То есть это такие симптомы, как бронхоспазм. Когда уже появляется кашель, когда уже начинают появляться признаки бронхиальной астмы. Поэтому да, точно так же в этом сезоне, в начале августа все было ничего, но сейчас ветреная погода, сейчас уже идет пыление в полном разгаре сорняков, поэтому мы получаем те симптомы, с которыми пациенты сейчас к нам приходят. Вообще мы всегда наблюдаем три пыльцевые волны. Первая пыльцевая волна – это весна, когда деревья цветут. Вторая пыльцевая волна – это конец мая, начало июля, это когда цветут злаковые травы. И третья пыльцевая волна – это середина июля до сентября, смотря какая погода, может даже быть и до начала октября, цветут сорняки. Поэтому мы получаем вот такие вот симптомы, такую симптоматику. Якщо людина має ось таку симптоматику, про яку ви сказали вже, переходячи у тяжкі стадії, у тяжкі форми, то потрібно чимось рятуватись. От що люди переважно роблять? Вони йдуть в аптеку, купують щось від алергії, просять, так? Так. І починають собі капати, чи пити, чи там ще щось, промивати очі. І ось таким чином рятуються. Що це за підхід, наскільки він виправданий, і чи можна скоректувати поведінку людей, які змушені так робити? Пацієнти завжди по-разному поступають. Одні пацієнти показують, приходя на прийом в телефоні, хтось комусь посоветував. Другі пацієнти кажуть, от у мене сусіди дуже довго боліли, а у мене вперше таке, я, мабуть, спробую, можна ли. А треті пацієнти, да, ви правильно говорите, йдуть в аптеку, що посоветовали, і що, или що сказали в очереди точно так же покупателі, то пацієнти приймають і як виходить. Кому-то легше, кому-то не дуже. Ну, у каждого препарата есть свои противопоказания. Особенно всегда обращаем тех людей, которые ездят за рулем или работают, или их работы связаны с чем-то острым, вот, или вращающимся, или режущим, когда внимание должно быть чем-то отвлечено. Да. Или когда это, обычно это водители, или просто у нас сейчас очень много водителей. Вот на вот этом очень много является проблем. Очень часто пациенты приходят даже и с выраженными симптомами, с тем, что «доктор, помогите, я сплю». Потому что некоторые наши препараты обладают первое поколение, которое мы уже не назначаем. Ну, они есть на рынке, они есть в продаже, они дешевле, чем те препараты, которые мы назначаем. Но у них есть такой побочный эффект, как сонливость. Поэтому пациенты и чувствуют сон в течение дня. Когда они уже немножко, когда люди немножко понимают, что вот есть вот такая сонливость, иногда его принимают на ночь. Но все равно в течение дня сонливость есть и выражена есть. Ну, у всех по-разному. Одни вот прям засыпают, а у других вроде как бы ничего. У всех по-разному. Поэтому необходимо всегда, конечно, советоваться с врачом и приходить на прием. Потому что препараты точно так же меняются. У нас меняются протоколы, согласно которым мы назначаем лечение. И пациента, работая учителем, он знает свой предмет. Ми, доктора, ми знаємо нашу спеціалізацію. І, звичайно, зараз все змінюється і з'являються нові протоколи, так? Звісно. Коли лікарі згідно з тих показників можуть визначити іншу проблематику, так? І вже розробляються ті препарати, які нового покоління, і
Не буду давать таких побочных эффектов. Так, и тут треба дивитись, звичайно. Очень часто еще пациенты приходят с симптомами просто вирусной инфекции, когда есть незначительная температура, ну вот у соседки аллергия, наверное, и у меня аллергия. Такое можно тоже бывает. Сплутать, так. Можно и сплутать. Бывает несколько заболеваний, с которыми мы их дифференцируем аллергию. Поэтому тут все очень индивидуально. В зависимости звичайно, от того, так, что пациент рассказывает. Людина может хворіти іншою хворобою, так, а пити від алергії препарати. Тут дуже треба ретельно слідкувати за собою, за своїм здоров'ям. З приводу таких ще препаратів, от, які мають гормональний склад, так, ну, ми можемо, наприклад, пити препарати і вже якимось чином розуміти, що вплив на наш організм буде серйознішим. Так? От як ви рекомендуєте, що треба робити і враховуючи те, що ці препарати можуть вплинути, наприклад, на дівчинку, яка ще не народжувала дитину, так? А їй вже назначають, наприклад, такі препарати, чи там на підлітків, так? Які ще розвиваються. Можливо, тут теж можна скоректувати якимось чином. Лечення алергії і в таблетированій формі гормональні препарати ми не назначаємо. Единственное, что это может быть спрей в нос, который содержит гормон, но при правильном назначении и при правильном таки использовании пациентами, то есть без превышения дозировки, а так как написал доктор, необходимо точно так же, как указано в инструкции, да, но мы иногда можем менять дозировки, то есть мы можем с целью улучшения состояния или уменьшать, понимая о том, что пациенту достаточно, он компенсируется, или немножко на какое-то время увеличить дозировку, то есть до максимальной, которая указана, посмотреть, но все равно мы всегда стараемся уйти на то, чтобы пациенту было комфортно, но при этом при, так сказать, небольших дозировках. Если при том, соблюдая это все, то гормональный препарат не всасывается в слизистую оболочку, то есть не попадает в кровоток и при этом не вызывая никаких побочных эффектов или каких-то вот негативного влияния, о котором вы говорили. Людина, не знаючи, яка в неї є проблема на сьогоднішній день, і маючи вже такий критичний стан, наприклад, чи може зробити діагностику і точно визначити, що в неї алергія і на що саме? О, вы знаете, пациенты такие изобретательные, я вам скажу. Вот прям совсем, да. Иногда бывает, пациенты приходят уже с вот такой ступкой анализов, разных диагнозов и обойдя уже всех. Тут можно говорить очень долго по поводу этого. Пациенты у нас, да, сейчас очень широк выбор. То есть это от лаборатории государственной больницы до любой частной лаборатории. И каждый предлагает все, что гораздо. Да, вот такого анализа в перечне, там где 3 аллергена будет, до максимального количества. Очень, когда приходят с таким, да, мы смотрим все, но, конечно, пациент уже занимался своим здоровьем, он уже участвовал в этом или консультировался с каким-то хотя бы доктором или, например, даже семейным врачом, то, с чего, да, иногда начинают зачастую пациенты, или уже где-то был на приеме у врача-аллерголога, но ему что-то осталось непонятно, поэтому они могут еще пациенты обращаться. Можете еще и до двух ходить, так, чтобы вызначить, что же работать. Ну, вот что-то не понял, или, ну, все же бывает, все же мы люди, кто-то кому-то понравился, кто-то кому-то не понравился, ну, бывает и такое. Поэтому мы, конечно, смотрим все анализы, мы оцениваем уже то, что мы получили, мы оцениваем симптоматику и клинические проявления пациента, и на основании этого мы можем говорить, необходимо пациенту что-то дообследовать или нет, или нам этого будет достаточно. Обследовать пациентов с полинозом в сезон аллергии мы можем как в летнее время, так и в зимнее время. Все зависит от клинической симптоматики и насколько пациент долго болеет, насколько выражены у него эти симптомы. Угу. Тобто можна, так? Навіть якщо ви от зараз хворієте, вам зле, ви погано себе почуваєте, у вас тече з носа, ви чхаєте, кашляєте, можете йти і лікар назначить вам діагностику, так. І отримати результати. Так, ну, діагностика у нас теж состоїть із нескольких етапів. Диагностика бывает ту, которую можно делать в зимнее время года, особенно с пыльцевыми аллергенами. Это первый этап диагностики, это приктестирование, когда пациенты всегда говорят, насечки на руках делают. Ну вот это называется приктестирование. То вот это приктестирование мы можем проводить только в зимнее время года, ну или с первых заморозков. Это может быть в октябре, может быть в декабре, погода у нас сейчас разнообразна. Ну, после того, как цветение завершилось. Так, вот 0-1
гемоглобин, мы можем проводить это обследование. Если пациент желает сдать кровь с вены на аллергены, это мы можем делать в течение всего года. Угу. То есть и зимой, и летом, и в период обострения. Очень часто также пациенты задают вопрос, я пью антигистаминные препараты, повлияет ли это на качество исследования или нет? На качество исследования есть точно так же разные исследования. Есть просто респираторные панели, есть молекулярная аллергология. Вот на молекулярную аллергологию это не влияет. Если просто респираторные панели, то да, лучше это делать в зимнее время года. Угу. Або трошки відставити, можливо, так? Но пациентам прием. Бывает очень плохо, понимаете? Да. Ага. Поэтому они не желают этого делать или сдают очень часто анализы на фоне приема. Если угу. они отдадут вот такие вот простые респираторные панели, то тогда ми, увы, можемо не отримати ту картину, яка дійсно є у пацієнта. Пані Сеня, насправді зараз стільки людей страждає, це взагалі причин дуже багато, і розповсюдження алергії, алергічних проявів, воно з кожним роком стає все ширшим. Як так. діти страждають, так і дорослі люди, і вже люди, які ніколи не знали, що таке алергія, у зрілому досить таки віці, зрозуміли, що і з ними також щось не так. Тож, які рекомендації? Можливо, ми щось неправильно робимо? Ні, все залежить від гіпервираженості імунної системи. Алергія – це гіпервираженість імунної системи. Так це добре може? Імунітет працює? Імунітет працює навіть більше, ніж він повинен працювати. Іноді пацієнти да, дійсно задають такий питання. Це гіпервираженість імунної системи. Тобто імунна система сприймає алерген, будемо так говорити, тому що він є алергеном, як чужеродний предмет. И она отталкивает от нас. Проявляется это симптомами, которые всегда пациенты описывают. Это заложенность носа, выделение с носа, зуд век, слезоточивость, ощущение песка в глазах, ощущение зуда кожи лица, ощущение зуда в горле, ощущение зуда ушей. То есть все может тело чесаться. Вплоть до кашля, свиста в груди и бронхоспазма. Это тот период, когда переходит полинос сезонная аллергия в бронхиальную астму. Вот почему мы всегда пациентов призываем к обследованию и к лечению. Раніше, так, щоб це не стало вже проблемою. Щоб це не переходило в бронхіальну астму. Дуже часто пацієнти, розумієте, тут немає того процента, або немає тих критеріїв, коли можна сказати, да, у вас через год или через два полінос перейде в бронхіальну астму. Нет такого. Тобто всі люди індивідуальні, ми всі індивідуальні. Сьогодні так, а завтра хто? Да, у всіх своя імунна система. Но ми завжди призиваємо пацієнтів к обследованню, завжди даємо свої чіткі рекомендації, завжди даємо рекомендації по дієті. На определенную пыльцевую волну мы даем всегда рекомендации по диете, даем рекомендации по обследованию, и пациентам это объясняем. Но у каждого пациента есть право выбора. Он может согласиться, может нет. Мы не вправе заставлять, но мы всегда тщательно рассказываем и объясняем, чем это чревато, если вот не прибегать к лечению. Я как раз хотела запитати, скільки років може тривати лікування, аби повністю позбутись таких симптомів? Лечение длится, да, не месяц и не два. Лечение длительное, 3 до 5 лет. Лечение длительное, потому что все зависит от того, что иммунная система должна перестроиться. Минимальный срок – это 3 года. Поэтому лечение длится так долго, от 3 до 5 лет. Точно так же и качество лечения зависит от количества аллергенов. Если это молекулярная аллергология, это мажорные и минорные аллергены. В зависимости от того, какие аллергены, сколько их, какие они минорные, то не будет эффекта от лечения. Если это мажорные, то будет эффект от лечения. Это все очень индивидуально, стільки, мы все это рассказываем на приеме. Так, мы сколько всего бачимо, розуміємо, что с нами відбувається, так? И розуміємо ще, что наша система, иммунная система працює, так? Вона працює, якимось чином захищається. Работает очень хорошо. А тут ми її починаємо налаштовувати на інший лад. Чи не буде гірше нашому організму? Ні, хуже не буде. Буде тільки краще. Так, ну це добре. Лікар сказав, що буде краще, буде значить буде краще. Так? Да. З приводу дієти, от ви вже почали говорити. Чи можете дати рекомендацію загальну, так, з приводу дієти, яка може підійти загальній кількості людей?
Смотрите, я могу дать диету на каждую пыльцевую волну, есть своя диета. Давайте мы обсудим ту диету, которая касается сейчас этого периода. Да? Зараз актуально, да. Пожалуйста. Период цветения сорняков, ну, очень часто это амброзия, да? То есть всегда мы пишем пациенту исключить из питания, не чуть-чуть принимать, а исключить совсем из питания. Мед и продукты пчеловодства, орехи, семечки, халву, подсолнечное, кукурузное масло, майонез, горчица, арбуз, дыня. Хотя очень хочется в этот период бахчевых, сельдерей, приправы, пряности, укроп, петрушка. То есть эти все продукты содержат сходный аллерген, сходный белок, я прошу прощения, с тем аллергеном, на которого у пациента реакция идет. Поэтому мы исключаем эти продукты из питания. Очень часто пациенты говорят, я съела арбуз, я понимаю, очень хочется. Я съела арбуз, вот у меня вот совсем не могу, кашель беспокоит, с носа течет, глаза слезятся. Говорю, вы попробуйте это не есть, потому что я вам писала исключить из питания. Но вот приходят через контроль, через 5 дней, действительно, да, доктор, очень мне хорошо, но так мне же хочется арбуз. Ну, тут надо выбирать. Треба трошки потерпіти. Да, так? Надо трошки потерпіти. Ну, не такий вже великий список, я вам скажу. Не такий, не все не очень большой, да. Зі свого харчування. Очень большой чимось. Рацион остается, конечно, можно выбрать все, что удобно. А виноград, дині? Нет, арбуз, диня, да, мы исключаем. А, диню да, ми забираємо, да, також. Да, да, это період, да, виноград можна, да. Виноград можна, да, так? Да. Ну, хоча б є виноград, вже трошки можна веселіше. Можна чим-то, да, персик можна, персики. Нектарин можна, інжирний персик. Є дуже багато фруктів, які можна, зараз, то, що чого, так, кому чого нравиться. Велика, да, кількість. Єдине, що олії ми звикли використовувати, так? Якщо вона буде очищеною. Оливковая. Так, а оливкову, да, можна. Да, ну, да, бачите, є вихід з ситуації. Оливковую, да, оливковую очень часто пацієнти приміняють. Нічого, привикають. Потом даже не представляют, как это было раньше. Ну так, и кукурузу не можно, мабуть, так? Да, не надо, пока не надо. Краще теж виключити. Да. Пані Сені, от бачите, є, мабуть, вихід із ситуації, і люди, які беруться за свої лікування, то, мабуть, вони мають потім результати. Ми бачимо дуже хороший відповідь, ми бачимо дуже хороший результат від лікування. От лікування алергенами, тому що пацієнти дійсно приходять... И очень хорошо видно это, наверное, у тех пациентов, которые с бронхиальной астмой. Когда пациенты приходят, говорят, я не пользуюсь ингалятором. Да, когда мы начинаем убирать ингалятор, когда мы видим этот эффект. Когда пациенты с благодарностью в глазах приходят и светятся радостью, что действительно у них другой образ жизни, у них другая жизнь начинается. Люди, страдающие бронхиальной астмой, у них всегда страх. Всегда страх от того, что я задохнусь. Не сколько страшен приступ удуша, сколько страшна паника. А якщо ось справді людина вже довела себе до такого стану, що боїться дихати вночі, може взагалі бути якийсь... Очень часто приступи ночі проявляються. Конечно, очень часто приступи проявляються в 4-5 утра. Тут йдуть гормональні змінення, і тому появляються приступи. Вони чаще в переход ночного в утреннє время. А що тоді робити? Ну, давайте вже і такі ситуації розглянемо, бо насправді може бути і так, а може бути інакше. Можливо, людина не дійшла ще до свого лікаря, а з нею сталося така ситуація. Що робити? Чи варто викликати швидку? Тут варто викликати швидку, тому що необхідно розуміти, який це приступ. Приступів буває дійсно дуже багато, і це не завжди приступ бронхіальної астми. Тут необхідно диференціювати діагнози багато. Тому, уви, практичних рекомендацій я не дам. Тут необхідно визвати карету скорої допомоги, щоб доктор посмотрел, оцінив состояние і далі об'яснив, що необхідно робити, оказав першу допомогу. Ну, звичайно, скільки людей, стільки індивідуальних підходів, як до лікування, так і до усього, що може права. Бути з людиною. Так. Тому права. Нехай краще лікарі, фахівці своєї справи будуть розбиратися з нашим здоров'ям. Я вам дуже дякую, пані Есенія, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, тема важлива на сьогодні, вона є просто дуже актуальною. Багато людей страждають від приступів алергічних і маючи ось таку симптоматику, ми часто не знаємо, що робити. Дякую вам большое за приглашення. Сьогодні ви все це розповіли, ми тепер знаємо, як бути здоровими. Звичайно, треба не затягувати цей процес, а вчасно звертатись до свого лікаря. Зустрінемось вже завтра о 13:30. Не перемикайтесь. До побачення.